поджигает леса, оказывается, корочка сгорает, а внутри вот это дерево, которое крепко себе отхолывает на месте, да? Деловая древесина? Да, деловая древесина это остается, и ее продают в Китай. Годами, со времен независимости, на этом они жили и все остальное. То есть социальные проблемы не решались, а что делали криминальные группы на этом? Устроили целый бизнес, поджигать, все. Есть эти основания, вот следствие должно проверить. Поэтому здесь вопрос однозначно стоит о жестких мерах по отношению вообще в целом к охране национальных парков. Что они превратились? Куда ни плюнь, коррупция, представляете? Куда ни плюнь, вырубка деревьев, это до такой степени мы докатились. Да? Куда ни плюнь, застройки идут, которые вообще не имеют это тотальные, да? Поэтому здесь возбуждать уголовные дела правоохранительным органам. Касается Министерства внутренних, он должен возбуждать. Антикоррупционный суд, нечего жалеть здесь. Понимаете, да, люди погибли, 14 человек.